что стоим? Что не работаем? Начальники! Сейчас Галкин придет, будет проверять работу. Проверять? Галкин, говорю, придет. Как Галкин? Начальники. Так там что, окна? Окни. Окни. На нем стеклопакет установили? Стеклопакет? На окнах стеклопакет. Стеклопакет, начальники. Идиоты, а? Идиоты. Так в 8 утра было все переделано. Переделано, да. Это что такое? Что такое? Ну-ка иди сюда. Иди сюда. Я тебе говорю, иди сюда. А? Что да, сюда иди, говорю. На чем ругаешься, начальники? Это что такое? Вы на паркет из красного дерева разлили краску, что ли? Джамшут? Так. Ванама пошел. Клуш повернула, напором пошел, люстре упала, разбилась, трещины пошла, пошел, соседки квартира пришел. Соседки ремонт, жульмаре, фушульбика жульмаре, полный Новый год, начальники. А это что? А это Джамшут случайно краску разлил. Идиот. Идиот. Так, я просил написать список, чего не хватает для ремонта. Написали? Вот писька. Давай сюда письку свою. Очень правильного письки написанного, нужного письки. Идиоты. Кто ж на белой бумаге мелом-то пишет? Начальники, ручка не было. Начальники! Жогор ме, вожальде, вожальме кешельде, ре, жальмане фожальде, ай нашани кешельде, ай нашани кешельде, ай нашани кешельде, вожальде фожальде. Что происходит, я тебе говорю? Нашанике, у нас в родине Новый год сейчас. Подожди, какой Новый год? Время еще рано. У нас там будильники в ремешке. Что? Часовни, ременьки там, начальники. Часовые пояса, идиот. Идиот. Начальники. Новый год. Новый год, да. Ну и как вы там празднуете ваш Новый год? Очень красивый, разнообразный празднуем. Так. Приходим в чайханесе. Стол очень большой, красивый стол. Разнообразного традиционного блюда всячески. Ну и что за блюдо разнообразное? Плов, там? Плов урюк, плов кураге, плов кишмиш, плов изюм, начальники. Очень разнообразные очень блюда у вас, да. Разнообразные блюда всячески. А пьете что? Пьем напитки очень вкусными, настойками. Настойки. Настойки плов урюк, да. Настойки плов кураге, настойки плов изюмана. Настойки. Очень разнообразные, очень, правда, напитки. Да. Потом, а потом, потом что? Гуляем, начальники, домой, приходим, дом большой, красивый. Да. Ну, дом-то, надеюсь, не из плова? Нет, нет, да. Как да? Всегда, начальники, дом большой, красивый, жене дома ждет. Но жена-то нормальная, хоть не из плова. Нет, нет, не у всех. Только у богатых, начальники. Понятно, ну ладно, раз уж Новый год, я тут вам приготовил подарочек. Подарочки. Вот, полное собрание сочинений Конфуция. Начальники! Начальники! А то да. Стремянка. Стремянка дорогая. Я тут на Конфуция встал, закрутил лампочку. Начальник доволен, да? Фанхути, Саламана, все, Дера. Начальники, у меня тебе тоже есть. О. Вот, начальники, тебе. Спасибо. Да. Ну, давай, открывай. Нет, нельзя открывать, начальники. Почему нельзя? Купи. Ты охренел совсем, что ли? И сколько? Три. Что три?
3 билета домой, начальники. Так, почему 3? Вас двое. Один билет Равшан, так. Один билет Джумшут, так. Один билет продать. Кому? Кому продать? Тебе, начальники. Что, совсем охренеешь, что только быстро открываешь шампанское. Начальники, хорошо, все делом она. Пожалуйста. Все. Тебе, начальники, пенькими образовашки. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляем всех россиян с Новым годом. Это был хороший год. Было много успехов. 200 рублей. Было много неудач. Минус 500 рублей. Все, что мы загадали в прошлом году, в этом году сбылось. Купили шарики. Все, что мы загадали в этом году, обязательно сбудется в следующем. Пошилим шарики наконец-то. Очень желаю успехов. Всем жить в новых квартирах с хорошим ремонтом. На шарики. За нашу Рашу! За нашу Рашу! Ну давай, пой. Нет, я продам это потом. Начальники, очень нам... Я не понял, что это происходит-то, а? Начальник... Чего вы не работаете-то, а? Начальники. А стеклопакет-то чего не установили? Стеклокопец. Стеклокопец. Начальники. А паркет чё, краски-то залили, а? Это Равшан Джамшут ключ повернул. И всё, такой он сматывается отсюда. Калкин, пошли Калкина отсюда, всё. Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Итак, представим себе утро 10 января. Раздевайтесь. Фамилия, имя? Иванов Степан. Тогда не надо. Рисковато. Курите? Нет. Жаль. Сексом давно занимались? Да. А чё не комплексуем? Ладно. Давайте я у вас сердце послушаю. Ой, а можно... Вот сердце потише, а? Башка трясти, 10 число, вы что с сердцем? Дын-дын-дын-дын. Рот откройте. Скажите, а? А. Глотать больно? Ага. Зубами пиво открывали? А-а. Что ж вы мне врете-то, а? Тебе таблетку. А запить? Какой запить? 10 января. Ты что, с ума сошел? Запить. Кофе будешь?
Воду. Зиночка, кофе! Спасибо, Зиночка. И за кофе тоже спасибо. Сегодня мы собрались в этом прекрасном медицинском кабинете. Я врач Зинаида. И хотелось бы в этот... Ой, извините. Давай-ка я у тебя кровь из пальца возьму. А продезинфицировать спиртиком там? Есть стартовик в лаборатории вообще у нас? Подожди. Это что, Галкин, что ли? Заведующая лаборатории Елена Петровна Звягинцева. 72 года. 16 детей. 105 килограмм. Бухать меньше надо. А если вам, дорогой телезритель, тоже показалось, что сейчас выходил Галкин, то тогда нужно завязывать пить. Сергей Светлаков и Семен Слепаков.